Проблема бездомных собак в Кунгуре до сих пор не решена. Многие горожане не раз замечали на улицах города целые собачьи стаи, которые приводят страх женщин, детей, стариков, а порой даже и нападают на прохожих. Возложенные на администрацию обязанности по отлову бездомных собак временно не выполняются управлением городского хозяйства. До сих пор не найден подрядчик на эти работы. Однако изменения в ситуации все же есть. Новый директор УГХ проработал вопрос с аукционом, и в ближайшее время вопрос должен быть решен. Действительно, на сегодняшний день подрядчик не определен, дважды заявлялись. В данный момент сейчас изменим немножечко условия аукциона и его площадку, то есть с электронной на котировки. Значит, ждем подтверждения еще финансирования с краевого бюджета. Это еще 130 тысяч, помимо наших 100. Сумма в 200 тысяч рублей может хватить на истребление более 70 собак, ведь в случае, если животное будет признано больным, оно подлежит усыплению. Только здоровые животные будут стерилизованы и выпущены вновь к месту отлова. Но таких, как показывает практика, единицы. Ну, мы планируем, если когда привлечем, то есть нам придут краевые 130 тысяч, соответственно, ну, около 70-77 собак отловить. Работы по отлову бездомных животных начнутся сразу после разыгрывания конкурса. Пока же управление городского хозяйства продолжает фиксировать обращения граждан и определяет места дислокации наиболее опасных животных.